Митьки – уникальная группа петербургских художников. Уже более 10 лет им не удается развалиться. Это рекорд. Скорее всего, центробежные силы в виде любви к славе и деньгам все не могут пересилить центростремительных в виде дружбы и любви к живописи. Часто эти силы затягивают к Митькам и других ярких личностей со своим искусством, своей славой и судьбой. Алексей, у меня к вам один нескромный вопрос. Да. Скажите, что именно расположило вас к Митькам? Во-первых, личная симпатия, потом я был знаком там, с многими родителями Митьков. С папой Шагина, там, с, потом, ну вообще с вашими там предтечами, там, с Орехом покойным, там, со Шварцем там, и так далее. Там, в общем, там, это все там как-то давно заварилось, эта каша, и поэтому там есть. Мне было очень приятно вас увидеть у меня в Париже, и я думаю, что наше общение будет продолжаться. Как по-вашему, что общего между таким человеком, другого, чем Митьки поколения, и Митьками? Вы спрашиваете, что общего? Это художник, который одновременно является и поэтом, и издателем, и композитором, и в своем роде философом. То есть Митьки тоже вот претендуют вам на такой тотальный охват всех зон, что ли, культурного бытия. Это первое. Второе, это то, что Хвост всегда приносил с собой замечательную атмосферу. То есть вокруг него такая аура всеобщей любви. Поедем, пока еще жив.
колосья, непонятны наши действа, незаметны наши свойства. Обними девицу ручкой, а она ответит ножкой, заиграет нежной штучкой, застучит себе кукушкой. Кукушка милая откроет глазки полные мышей, если нос с тобою двое, значит двое крепышей. Если нас с тобою трое, значит, тоньше будет вкус, будет уксус на второе, а на третье будет соус. Если я еще не спятил, значит, я еще не спятил, значит, я уже не сумею полюбить хороший дятел. Руки моей нога, а к ноги моей сустав, до чего ж болит протез от ходьбы в потемах устав. Ах, ноги немного борщ посреди зеленых рощ, посреди зеленых рощ вырастает там мухомор. Не болото, муравей, шишки разного размера берегут желудка чай, ягод красную бруснику. Если я еще не спятил, значит, я еще не спятил, значит, я уже не сумею полюбить хороший дятел. Ну, Леша очень интересный художник. Если бы он ничего не пел и не сочинял бы стихов, все равно был бы крайне хороший. И, мне кажется, немножко недооценен. Сейчас большая такая волна выставок эмигрантов опять в России. Как-то, Леша, эта страна не коснулась. Лучшая часть народа его любит. Уж песни, как бы любая девка знает наизусть. Что тоже большая ценность. Как и, может быть, у Володи Шинкарева, литературное дарование немножко утесняет собой, затмевает, вернее, будет сказать, собой дарование художника. А что, в общем, и объяснимо, потому что в России в живописи никогда никто не разбирался. Вот. А литературу все всегда исторически ценят, любят. Поэты у нас народ уважаемый. Их там в тюрьмы сажают, расстреливают, там высылают из страны. Вот. Что так не характерно, конечно, для всяких других стран, где их просто не замечают, а их существование просто не подозревают. Вот. А у нас так уж уважуха по полной, как бы. А уж если там читать стихи, так на стадионе. Там, вот. И вот как-то это, видимо, свойство русского характера. Так художники в тени, а, так сказать, художники искусств пластических, а художники слова, вот уж. Ну, Леша такой во всем талантливый, вот. Так что... Спасибо, Саша. Река, река плывет, и спереди видна трава, видны мосты, и громкий сон трамвая вердит с утра заползшего в кусты, и всякий знойный итальянец на немца холку, сдернув шляпу, выводит блеск и плеск на танец тот, что сверкал в Бетховен папу. Но что же, русский был лукаво забыт и завистью укушен. Нет, мандолинную рукаву певец зовет к себе на ужин,
поет он ей: «Прощай, прощай, о ты мой месяц над пригорком». И мышку вынув из плаща, оркестр кладет ее в каморку. Какое дикое гуденье и барабанно пенье русских, тромбона трение и скрипение в кривых руках на запад узких. Но нет, не музыка река, но ряд струи твой лезет в будку. Когда встаешь на каблуках, заметишь тонущую шутку. Спасать ее — вот это дело. А дирижер, он будет дуться, имея в пальцах складок тела. Он мог бы к нам и повернуться, чтобы глянуться и заметить. Вот мы несем реку в портфеле, и певчих птиц придав планете, звезду колеблем еле-еле. Гляди на это представление, о дирижер, фантастик, скряга, как мы ручьем, теряя пенья, поем без устали варяга. Но река, потише, ваши уж слишком хлопаются уши, и Гендельбах стоит на страже, отважно мусоргским укушен, и не намеренно повешен, стремясь сибирскую келейку, и срубов маленьких скворешин пускаем в воду канарейку. И мы уж видим речки спинку, картечью встретив иностранца, и, напугав морскую свинку, пришельцу складываем в Францию. Хочу вам представить Леню Федорову. Леня Федоров. Леня Федоров. Что общего у Хвостенко с аукционом? И как так получилось, что не возникло такого отторжения молодежного? Обычно все-таки молодежь вызывает отвращение у нормальных людей. Нет, для меня авангард — это молодежное искусство. Я считаю, что вообще там, как, когда, вот, там, например, Боря Заборов там сейчас делает там, ставит в комедии «Францесс» Лермонтовский карнавал, который написан Лермонтовым там, 20 лет, там, 20 с небольшим лет. И делая такое, из этого какое-то древнее искусство, понимаешь, там какую-то такую там замшелую классику, понимаешь, это скучно и неинтересно. Искренне ли вы приняли Хвостенко или уж так под давлением авторитета? Авторитета никакого не было, потому что мы вообще не слышали даже о нем. Ну, а как получилось, что вы сошлись в одну? Как? Случайность. Просто вот так познакомились, все. Просто родная душа еще, по-моему. Ну, то есть с полувзгляда, как бы. Ну, почти, видимо, да. Ну, мы познакомились, там, встретились, еще попели друг друга песни какие-то, там пообщались, и почти сразу как-то там возникла какая-то там затея сделать что-то вместе. Такая легкость больше свойственна людям молодым, доверчивым. Человеку столько раз приходилось начинать жизнь сызну, а он так и не научился настороженности, боязни прогадать. Похоже, что ему жить еще целый век, и все успеется. Пойду с тобой, коль позовешь меня.
объятия, поцеловать рука под платья. Ну так пойди в мои объятия, и в этот миг шерстью покрылся лоб девичий, красен стал глаз, а голос птичий. И волчий лик меня чудовище схватило и сладострастно испустила. Мерзостный крик, видишь ли, я нерландина, да, я уже нерландина, знаю я вообще нерландина. У нас выступает Хвостинка, я его знаю только по его песням, по пленкам, а вот Оля, она, может быть, что-нибудь побольше расскажет. Вот, как мы у него оказались в Париже, кстати. Ну, это случай. То есть, по-моему, это счастливый случай. А то есть там нам кто-то посоветовал к нему сходить? То есть, у нас привел к нему просто целенаправленно Леша Учитель. Какая у тебя картина вставит? Вот Хвостинка, что ты можешь о нем рассказать? Ты, например, мне, который его видит второй раз в жизни. Ну, по-моему, достаточно хвоста увидеть один раз в жизни, чтобы понять, насколько это обаятельный человек. Он один из самых обаятельных людей, которых я знаю. Таким образом, Хвостинка позволяет себе назвать хвостом, кого не попадя. Меня это удивляет, потому что или он сильно защищен чем-то, своим полем, талантом, или он, наоборот, настолько беззащитный человек, что я только хвост и слышу. Не, ну представь себе огромный лозунг, на котором написано «К-Х-В-О-С-Т» латинскими буквами, желтыми на черном. Это висит у него над головой, сидит человек, и его имя. Его имидж над ним. Мы с Олей знаем немножко больше, потому что мы знаем его еще в роли руководителя известного сквата в Париже на Жюльет Дадю, в котором никто из мяськов, кроме меня и Оли, не был. Леша был такой, как бы, комендант сквата. Кроме того, что он был там самый главный художник, самый главный пьяница, певец и бабник. Вот. Нематериально ответственная должность? Нет, он такой вот духовный комендант. Он такой сидел вот посредине сквата, огромной бывшей такой фабрики, стоял стол, на столе стояла коробочка с печатью этого сквата, с печатью Ассоциации русских художников Парижа. И вот он сидел при печати, и телефон такой был замызганный. Им за неуплату отменили, телефон отрезали, значит, междугороднюю, международную всякую, и даже пригороды. Но по Парижу было можно звонить, вот. И вот такой сидел Леша, значит, у него была гитара, стакан, печать и телефон. Он сейчас снова комендант нового сквата. Теперь каждый год меняется сквад. Но тот был довольно много лет такой очень знаменитый. Оля, ну поскольку ты сама пишешь хорошие песни, то такой почти неприличный вопрос. Тебе нравятся песни Алексея Хвостенко? Да нет, даже больше, чем нравится. Это стало настолько родным. Мы всех лучше, мы всех краше. Это уже прям второй гимн мятьковский. А «Слуга, завари ко мне чайник вина». Чуть не умерли от пьянства под эту песню в свое время. Наконец-то всем на радость мы теперь нашли слова такие, те, что точно отвечают положению вещей. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее, всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Хвалит деву козерога, хвалит рыбу водолей, полезный скорпиона тоже хвалят, лев телец, овен и рак. Золотой стрелец с весами, с близнецами этой песни славят и мерцанием восхваляют дубли звезд самих себя. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее, всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Киви-киви, муа-муа, ископаемые птеродактили вместе с пиццей, эпиорнис и веселой
действительно ощущение аур любви, которая распространяется вокруг этого. И вот ваши круги просто сошлись. Тот круг, вот он дошел до вашего, и как на воде круги сходятся, возникает некое такое поле между двумя кругами. Это замечательное состояние. Я не удивляюсь, что вы его, именно его нашли в Париже, именно он у вас, а не какой-нибудь там, не знаю, Шемякин или там, ну, я не знаю, кто там поет у них еще, Токарев, да, как. Такие же вот хвосты есть и в Англии, которые его любят, там, и издают его пластинки, в Америке, вероятно, в Германии. То есть это вот категория людей, которые, как мне кажется, являются своего рода таким интеллектуальным душевным цементом, скрепляющим вообще вот, вот это лоскутное одеяло как бы человечества, там, географического. Это, по-моему, замечательно. Когда он поет «Мы всех лучше», я чувствую, что мы действительно всех лучше. Вот. И я думаю, что это девиз Митьков на самом деле тоже. «Мы всех лучше». Так манит песня и зовет. У леди все в слезах лицо. Она снимает свой наряд и в степь уходит босиком. Подайте мне мое седло, коня седлайте моего, чтоб в степь поскакать и жену отыскать, что мужа бросила своего. Он скачет день, он скачет два, и лесом густым, и травой луговой. И вот, наконец, он видит ее, а к странным цыганам под кустом. А скажи, отчего ты покинула дом и мужа бросила своего? Отчего тебе, лорд, молодой стал немил, и к драным цыганам ты ушла? Отчего? А что мне дом и что семья, и что мне все благородство твое, а что мне хула и что мне малова? Я к драным цыганам ушла, вот и все. Вчера спала ты на шелку, на пышном ложе золотом, а нынче в поле ты будешь спать, а с драным цыганом. Что мне в ложе золотом, да нынче в поле я буду спать, а с драным цыганом под кустом. Это какое-то такое моцартовское какое-то такое ощущение, да, что у него так дается с легкостью как-то, так это все без каких-то таких
солилевских натуги, где он там это все, гармония, алгебра и так далее. А тут как-то само, так и пальцы тянутся перу, перо к бумаге, минуты, и стихи свободно потекут. То есть вот так вот. Где телеги ваши подпруги, где на узкие седла стремена, удила и дуги, 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 где колено орды, роды, племена. Были вы велики непомерно, угрожали всем, кому могли. Много-многолюдны беспримерно, на просто тот орох высохшей земли. Что же вы ушли на задворки? Тупы, куры, 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 там. Туру, туру, турки, тюрки, турки, керай, найман, мерки, туй, курский хан. Пластинка ни к какому времени не относится. Ни к какому пласту национальной культуры он не относится. Он может быть по-здоровому, космополитичен. И к социальному слою он никакому не относится. Все люди больны своим временем, поэтому их и называют по годам. Шестидесятники, там, восьмидесятники всякие. И все это не имеет отношения к Хвостенко. Ни пространство, ни время. Мне вообще казалось, что он какой-то очень пожилый человек, когда я про него Гребенщиков сказал, там, то по песне, я решил, что это какой-то осколок, так сказать, дореволюционный. Ты помнишь, когда Довлатов описывает триумф Хвостенко в Америке? Куда не пойдешь, афиша Хвостенко. Картинная галерея, выставка Хвостенко, театр, пьесы идут Хвостенко. Там же он играет на гитаре, там же продаются книги Хвостенко. Так что творец общего профиля, как и Мизики. Ни одной социальной ситуации он не описывает, кроме того, что хочу лежать с любимой рядом, а на работу не хочу. Что, мило? Хвостенко скорее не к элитарной культуре принадлежит, а к массовой. Все его вещи способны стать по-настоящему популярны. Просто они немножко преждевременно сделаны. Он опережает в этом смысле время. Но взять хотя бы «Над небом голубым». Она написана на 20 лет раньше, нежели стала популярной. «Над небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и с яркою стеной. А в городе том сад, все трава да цветы, гуляют там животные не видят данной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое — волк, преисполненный очей, третье — золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она всегда твоя. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий волк, преисполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
забывает.